Воу-воу-воу! С вами Вася, и это очередной атомный движ! Сегодня специальный репортажик. Зацените, единственная плавучая АЭС в мире. Воу! Сокращенно она называется ПАТЭС. Ее отбуксировали сюда из Мурманска. Есть такие места, где строить большую АЭС дорого, сложно, ну или вообще невозможно. Особенно это актуально для районов, где бывают землетрясения или вечная мерзлота. К тому же, эта штука мобильная. Сегодня тут, завтра там. Прям как я. Академик Ломоносов станет главным источником энергии и тепла для Чукотки. А еще она может делать из соленой морской воды пресную питьевую. Эта малышка способна выдать достаточно энергии, чтобы обеспечить целый город светом и теплом. Не то, что моя кум на морозе. Все, подписывайтесь на канал.